Да, хорошо, это сатаны. Алиса, ты правильно меняла от паладина? Как будем в 5 хилов, в 6? Ну, 6 таких же. Но я не знаю, что по ДПСу будет. Я такой, что лучше в 5 с ДПСом сегодня хуже. Да с ДПСом-то, блядь, нормально. Вот, сука, если бы никто не умирал, то это вообще было бы заебись. Ушли. Расходимся назад, если что. Три чувака. О, это с этими, блядь. Паразитами. Три ауру поставьте, Шредер. Ушли. Блять, турбо, сука. Дал мне его, сука, вмешательство. Блять, он глупо, сука, поражал. Думал, что, блин, конется, но... Разошлись. Чума, чума, чума. Разошлись, разошлись. Бегите, глупцы, бегите. Нет. Все, я спрятался. Кто не спрятался, я не виноват. Слушайте, мастер Микстурка, а как вы думаете? Ну, блять, ты что, меня убить захотел, Шейфер? Как вы думаете, так приятнее ходить в рейды, когда никто не флудит, кроме нас троих? Да. Я хочу вообще, чтобы никто не говорил. Все знали тактику и убивали. Я отлично за это. А как вы думаете, вот ребята, кто там Сомервиль, там всякие шейперы, ну те, кто говорили, вот, блин, турбо молчаливый парень просто, может говорить, но молчит. Алиса вот не флудит. Они обижаются на нас за это? Ну это уже ихнее право обижаться, нет. Печатай, я чат люблю читать. Ну как бы не читаю, потому что это слишком сильно отвлекает. Да, нарушил. Пан Микстурка, диспельте. Привыкните так в лобби ходить. Ну видишь как, люди делятся на два типа. Те, которые убивают ОКЗС, и те, которые убивают лича 25 гер. Но чуть-чуть еще, немножко мы потравим ОКЗС последних боссов, и мы будем их убивать. Мы будем просто такой гильдии, который убивает и то, и другое, и третье. Это не проблема. Пан, ты сейчас он написал, люди делятся на много частей. Я себе сразу представил, как топориком разрубаю некоторых людей. На несколько частей. Руки, ноги. Голова. А тем слить. Ничего себе, там этих больших мобов ходит, их надо убивать. Сомеры. Не знаю, ничего выше. Печатай еще раз.
Ну вот на данный момент смотрю на чат. Давай, что ты хотел? Отойти он хочет, а царь не хочет. Я царю написал, царь даже не отвечает. Еще, блядь, минут 10 тому назад. Вот говорю, 10 эпизод. Не знаю. Ну, посмотрим. Да у нас от силы 2 трая будет. Почему 2 трая от силы? Убьем. За один, на. Ну или один. Так, а что у нас по танкам-то получается? Так, расходитесь по комнате, если что, вам тут места хватает. Федор, Микстурка, Винар и ты, походу. Ты что-то жопа какая-то. А это да. Котласа вроде есть танк, я не знаю. Я вот не знаю, как котла станчить будет. Котлас. Как ты себя в танке чувствуешь? Я видел, у тебя спектр какой-то, там какой-то не очень. Что-то сила рун какая-то. Чулан, отойди оттуда, пусть тебя похилят. Главное, чтобы танк не упал. А мы с рендером. Че, сегодня плохо, да? Ну а что, если Шреддер босса держать будет? Так он держал босса в прошлый раз. Заебись, мне паразиты добили, нахуй. Но он не упал, нет? Нет. Ну вот он босса. Я, наверное, эту ведьму вначале. Микстурка шамана, потому что он жирный. Алиса этого петуха хнта. Ну, Алиса может подержать звезду, она всегда держала. Ты тогда держал шамана, да? Конечно, и принять танчить. Не, не надо, я звезду. Ты танчи серьезных боссов. Там Пет, убивает. Пета надо агрить. Да нихуя. Не знаю, как вы там будете в углу стоять и отдыхать. Точнее, я не хочу стоять в углу. Что там, больших надо бить, он большой бегает, давайте побьем. Маленький трэш. Давай палатку. Сагри палатку, да, пока. Давай. Ё-моё, ты видел? Ё-моё, что произошло? Я шел. Короче, череп бить. Колоса бейте вот это, а второй сюда идет, да? Ну оттягивай назад, оттягивай. Mm-hmm. Вон там бери. А это 3 ауры. Лужа будет, отходим, милики, отходим. Отходим, милики, отходим. Ну,
Покруса есть там, но это опять же такая же хуйня, блядь. Кто-то траву пиздит, да? Да, просто, блядь. Мобы вроде вырезали сейчас. Лужа ушли. Давайте чистим дальше. Череп. Если бы, сука, победного ража не было бы этого, когда это бы пизда было. С комнаты мобов возьмите эти тут. Второго. И третьего. Ага, и боссов, блядь, с пультами. Босс твоим стоит. Алиса турбу ранила. ГП. На турбе не привыка. Походу я на карту турбо, блядь, ложится, а не я. Чего, у тебя третий карт нет? Нет. Да ну ему вообще сюда рано. Это мы Ромку взяли, ему тоже сюда рано. Просто людей нет. Ну в его шмоте ему бы не было рано, если бы он правильный. Ну, не знаю. Если один, два раза прям сходят, оденутся и все. Я вот сейчас сижу, мозгую, как же у нас с хилом будет. Ты не... захожу я на хулипала, блядь. Не, хулипал-то хулипалом. Два хулипала хилят и четыре хила, но там смотри. Там, блядь, три приста. Нормально они будут хилить, поднимать на просадках. У них два холика, один ДЦ, да? Ну, два холика нормально, массовый хил. По сути, нормально должны. Ну, сейчас посмотрим, короче, два холика в деле. По сути, это их специализация холиков, если они правильно вкачали. Но я там, как минимум, один, думаю, уже неправильно просто вкачал. Но там какой-то спик под этим, как он называется. Под что? Под обновление, блядь. Хильте хилы. Поставлю метку, все влейтесь в метку, чтобы меньше дамага проеду было. Переключитесь все в череп. Почему у Котласа на мобе третий, короче, по... Мне еще раз аккаунт. Холипало. Котлас, ты прожимаешь случайно таунт, я не пойму.
Перенеси мастера в 8-ю пати. Миша про вышел. Он ушел, кстати. Так что нужно тело где-то найти. Турбо есть вещь? Mm-hmm. Череп. Нет, нету. Ему, сука, пишу, он меня игнорит, тварь. В смысле игнорит? Не отвечает? При том, что в дискорде он онлайн. Фолшард берем, да и все. А у него отключены эти уведомления, он как зайдет, так увидит. Так что смысл даже писать второй раз. Фелшер в рейд, да и все. Где она? Она на ДК. Умный пача. Я думал, это Алиса будет. Хуярит там, сидит, блин, до окна, на. Забыл, что это тут. Ты Алиса, ты не думал, что это Алиса. Точно. Так, какой из хилов в пятой пати может находиться не в пятой пати? ДЦшник или кто? Хуни Пал. А ты ДЦшник? Ну, зад. Он назад ДЦ. Вот так тогда. Надо еще ДД. А, так что ты честер жаловался? Я не помню уже. Это же чат уже все исчез. Если мы убиваем ЗС и Ока до двух боссов, предлагаю вторник-среду допронос сделать ЗА и Ока. ЗС и Ока. Не знаю. Что Фелшин не отвечает. В рейде слабые люди есть. Я думаю, рано еще туда идти. Цари всякие не заходят. Да рейд долгий, потому что падали 40 раз. Чё ты, Алиса, вкачала, что у тебя ни кулаки, ни то не вкачаны, я не понял. Где там босса держит обычно? Какого? Да, ассиста, блядь. И на боссов сразу метки поставь. Шреддер поставь, ауру на броню. Или ближе там было, я не помню. Но нам нужен еще один ДДшник. Ну-ка, микстурка, останется в крест. Где-то вот отсюда он меня хилил. Давай, вставай.
Ну, тут нормально. Ты встаешь? Близко. Да где у тебя реген маны, блядь? Святая клятва, где? На, нашел. Не пизди, мне он нихуя не компенсирует, а ему, блядь, почему-то компенсирует. Ну и где одно тело найти-то? Путаница вышла. Блядь, ёбаный чокс. Да он-то расставил, одного ДДшника надо. РДДшникам, хилам и танкам сопро. Я там прожимаюсь постоянно на этом боссе. Потому что не БДК. ГБ поставьте. Вот ГБ. Дай сопротив. Смотри, будет. Где я прыгаю. Вот ГБ. Давайте месяц в обмен. Надо. Да. Можно на ХП, можно саппорт, это как кому пожелать. Алиса, смотри, тогда ТП это сразу забирает этого босса ханта. Если пойдет по рейду, это вайп. Трейд месяц у нас саппорт. Бери этот, Алиса, у меня нет нахуй. Тот, кто крестик держит, тому саппорт не нужен вообще. Ему или броню давайте, я не знаю, или ХП танку. Чё, всё, никому не нужны больше саппорт?
Становились кем? Ну, Становились я померил. нет. Я померил рейндж, а самолистки не знаю. А ну давай. Вроде достает. Подожди. Нет, Да. лучше навара на какого-нибудь. На пана. Пан больше генерирует. Если именно с полу. Войд, там какие-то косты ты сбиваешь, не забывай. Ты же звезду держишь. Возьми зелье освобождения действий. А, где шерпистол? Дай сапру, то и назаду. Шерпистол. Если что, придется просить нахуй садиться на эту. На Аршаму. Да, посмотрим. Да нет, РПД у нас. На пол, на Вейда. Раската с меня забери. Рейд прохил на фул. Дай прожимку, Войд. Ну и назад, что ты забыл? Ты чего? Челанлил. К рейду. Берлил. Меня без маны. Заебись, что ты не так сделал. Да. Маны нету. У меня нет, я долбоёб. Левый рейндж зон. Вот такой нормальный рейндж, понял. Дайте кин на ману. Падаем. Минус 3. Так, я понял, я рейндж хуёвый поставил. Сомалийский, кинь на меня диван. Или чё там? Нельзя к ней подбегать нахуй сразу, блядь. Был сейчас раз. Но Лису, кстати, не сильно бьет.
Но если он будет набирать секунд 10-15 агро, там, блядь, каст вспышки, блядь, и он поведет по-любому на этот каст. Шкаф поставьте. Сейчас я засуманю чулана, кинешь на него БР. Ой, БР, СС. Сложно хилить, потому что состав хилов не тот. Два холи приста, что ты хотела? Чё эти не так холи пристах? Я на 100 тысяч меньше, чем она на хилил. Два хила это уже за духуя. Один приз ДЦ, блять, это нормально. Еще один холи приз куда ни шло, но, блять, два холи приста и ДЦ это пизда. Тут должен быть хотя бы ардру один, блядь. Который апает хил, блядь, на 5% людям. Ух, сука, надо, блядь, при друиды одевать, что ли? Сейчас я царю поспамлю еще. С царем, конечно, все хорошо, я ничего не скажу, но все заходится. После того, как он выбил себе Т5, то, что ему надо он было. Он не выбил, он задонатил. Две отдали ему Т5, две он задонатил. Я как бы ничего против не имею, но он не появляется после этого. Не по этой причине. Там другая причина. Что? Все хорошо. Один сейчас уходит. Как мы будем бить, я не знаю. Царь заходит. Заходит? Хорош. Улучшенное благочестие, блядь. Допустим. Даже не знаю, где оно есть, блядь. Что-то такого себе не вижу. Надо срочно поторопиться. Царь зашел. Сомер, спасибо, можешь портоваться. Да, давай, спасибо. О, царю даже повезло. Ну. На нем будет МК. Пати, дай ему. Вот. Давайте сумоним, разбафали и поехали.
Сука, так неудобно, у нее интерфейс расставлен, что пиздец. Это что, чулан спек Мишки? Спек катаны. Которым ты тречил обычно. Захиловаться. А, я давай потом в другой канал перейду и все, поговорим. Окей. Пул ребафы по царю МК, дайте ему, то сейчас не будет. Там император пришел. Давайте еще кого-то на замену императора возьмем. Ромку, например. Ромка Фелша. Кто там из вас хочет на замену? Ромка хочет. Почему все делают, сука, шипешников, блядь? Чего вам, сука, так нравится в этих пристах, блядь? Ярости недостаточно. Если вы даже не умеете ими играть, некоторые люди, блядь. Руидов бы лучше сделали, нахуй. Че, все тут? Фулл ребаф? А, императора звоните. Фулл ребаф. Алиса, блядь. Подожди, Алиса врата вообще ставит. Пошла в врата. Она врата пошла, открыла, блядь. Не пуляйте на. Ну, зашла в врата, я такой. Приняла. На пол и дайте нам это. Шредера прохил. Шредера поднимите. Шредера поднимайте, алё, блядь. Заебись, как мне копье-то стало? Блядь!
уже почти. Один на ману. Шадор упал. Загоняй простю на шамана. Не понимаю нахуй одного, блядь. Не, седьмого хила нельзя тут. У нас ДПС 0, блядь. У нас еще чулан в кота спекнулся, блядь. А еще ты пана, блядь, спекнешь нахуй в танк, да это вообще пизда, блядь. Я не пойму, какого хуя в меня, блядь, копья летят. Я ж далеко стою, блядь. В Сомалийске ты в прошлый раз где стоял? Ты ж хилил там микстурку, да? Вот, блядь, Войт, чё у тебя за фетиш нахуй на хилов столько? Если ты пристал... Если... Ты загонишь на них. Если просто будет на аршаме, тогда они захилят, да? Ну так шерпистула в ШПС пикнешь. Меня другой интересует, какого хуя, блядь, меня копье летит, где я не так стою, блядь. А ну-ка, блядь. Вот почему, когда, сука, начинается ёбаная ЗС, либо ОКО, нахуй, вы начинаете хуйню исполнять всегда. Не хотите в эти рейды ходить? Так и скажите, нахуй. Подожди, дай разбав, то я вообще без маны. Поставьте нормально рыбу. У меня какого-то хуя копье прилетает на ману. Максимальный рейнджер. Где ёбаный бабл, на? Рыбу поставьте, пожалуйста.
Кого микс только танчит?